Добро пожаловать в будущее, братишка. Пока кто-то блокирует Телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает 1.5% в день до 55% в месяц. Открывайте позицию. Сидит на сутки, неделю, 2 или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Пообщаюсь еще с людьми. Крутой плагин. А нам как-нибудь найти денек, я хочу... спросить у тебя про компрессию, про сайдчейн нормально, чтоб я мог это дома делать. Здравствуйте. Это красивый трек. Это сабик. А это Александр. Привет. Я тоже жду свой альбом. Александр уже тоже пиздец ждет мой альбом, чтобы я отъебался наконец уже. От альбома и от свидоса и от всей хуйни, потому что... у него день рождения, 21 числа. Сегодня 21 число. Блять! Чистый даун. И в столовую тоже не хочу. Я хочу, бля, шашлыка обхуяриться. Хочу шашлык и хачапури хочу. И лимонад хочу пиздатый. Так хочется. Стас пишет, закажите мне тоже. Стасон, а ты приедешь или нет? Приезжай, это, захвати поедем. Бля. Самый худой жир это я. А еще я заболел. Стас выезжает через часа пол. Пол? Часа пол. Типа полчаса. Еду он возьмет с собой? Да нихуя он не возьмет. Это ж Стас. О! По-фрешмански зазвучало. Чисто это, похмельная пробка вылетела. Чё, делаем фрешманский бас, господа, или не надо? Это Adidas и Суперстары. Нога флексует потихонечку. Ох, ебать. Мы что, тет-а-тет-2 делаем? Тет-а-тет-2 делаем, что ли? Ты хочешь прям, чтобы он рычал? Я думал, может здесь чистейший саб сделать. Он у тебя и так пердит. Ну он так пердит, немножечко. Такое, знаешь... небольшое пищевое отравление, ничего серьезного. Вот так аккуратно звучит.
Бля, по нынешним меркам это вообще не пердит. Это так, блядь. Чисто. Чистейшая синусоида, бля, я бы назвал. Да, да. У нас все crystal clear. Да, crystal clear. Еба, у меня аж мурашки, что он там вытворяет. Ой, что он там вытворяет. Эй. Суперстары. Вот второй, вот первый. Это суперстары. Не, то, что я буду выступать на Версусе, это слухи. Сэмплируем и пишем, и все вообще делаем. Я вгашенный в мясо просто. Черный список Ватлина, реально, я назову так следующий альбом, походу, ЧСВ. Я как-то прикололся, мне сейчас напомнили, реально. Бля, скрините, короче, будет следующий альбом. Похуй, давай этот переименуем, пока не поздно. Блядь. Слышишь, честно, знаешь, как называется, как мы с пацанами живем? Трое в лодке, не считай собаки. Сука, это Вано выдал, я пиздец орал. Сделал татуировку, чтобы не забывать, в какой руке микрофон обычно у меня. Хотел сделать член, но там слишком много букв. Привет в Израиль. Мазель тов. Все будет. 2 ноября МСК, 10 ноября Санкт-Петербург. С билетами и всей хуйней разбираемся с пидорасами, которые хотят уйти от ответственности. Вот моя девушка, ребят. Смотрите, какая. Я люблю девчонок с татуировками. Да-да, набил татуху ради этой шутки, стопудово. Бийск, привет. В Перми осенью. Мамбл рэпа не будет. Я не знаю, эти очки я спиздил. Мой товарищ спиздил эти очки, вернее, подарил мне. Бишкек, привет. Барнаул, привет. Краснодар, привет. Всем привет. Это всем городам. Железный человек или Джарвис? Конечно, железный человек. Джарвису из ебала выковырили камень, так что он не крутой. Ты чё, это, этот, делаешь посыл? Позвучу. Хуя себе. А включи и то вместе. Просто плагвок какой-то реально получается, блядь. Ну все, вот так вот, блин, Саня насводился тут фрешманов на 17.03, теперь не может бас нормально сделать, чтобы без пердежа.
а парни из Chain платят мне. Короче, они каждый день покупают мне шашлык из шашлык из ягненка на тахтаре с виноградом, лагман, сулугуни иногда, чучвару со сметаной, но иногда жареную. Вот, а я за это я прихожу стричься туда. Варик записаться дома, вот я записываюсь дома, весь альбом дома записал. Я не умею сводить, я типа знаю, как должно звучать, но у меня руки из жопы, поэтому. А вот как вы видите, у Сани руки из плеч, поэтому он сидит там и сводит. Брат, что это такое, брат? Я чтец. Да, приеду в Омск. А, я думаю. Вокал или фастфлоу? Быстрый вокал. Да, я видел в ВК стикеры со словом «Yes!» И надо подать в иск просто. На создателя. Пам-пам. Саня, мы во сколько зашли, ты не помнишь? Полчаса назад. Полчаса назад? То есть ты уже 30 минут крутишь бас? Нага. Ты что, перфекционист? Паралич перфекциониста поймал? Вано тусуется там. Бля, вчера так кайфанул, думаю, наконец-то хороший 808 нашел. Мы вчера так качались с него дома, и ты такой, блядь. Так он, ну, сабик пусть будет. Но у нас везде... Блять, ну сабвуфер же все знают. Самбуфер же у всех есть, самбуферы. Не, ну просто у нас, мы, у нас даже по басу у нас вот такого прям сабика чистейшего ни в одном треке еще не было на альбоме. Я думал закрыть галочку. Сделать здесь такой саб прям нежный. Ну ты чисто это, пердежа немножко подкрутил, а без пердежа как звучало? А, ты вообще ничего нет? Да нормально, мне кажется, звучит. Просто для любителей, блядь, пердежа и выпадающих стекол из автомобиля этот тет-а-тет будет. Я там Мисси Эллиот пошла. What up, много. Я не очень люблю пердеж, я люблю такой аккуратный пердеж. What's up? Мосэнерго, привет. What's up? Девятки в ахуе будут просто. Я не бегу от гепарда. Я не тороплюсь просто. Бля, что за неадекватная хуйня? Так, внимание, я достал банхаммер.
Блядь, знаете что, у меня проблема, серьезная проблема, связанная с суперстарами. Маленький носочек снялся у меня с пятки. Блядь. Забастовка, когда носок Nike, а кроссовки Adidas, они не могут вместе существовать. Брюнетки или блондинки? Брюнетки. А, Focal и N-Monitors. И еще вон там ямашки старые стоят. Я сейчас добрый, брат. Yeah. Вот сейчас уже интересненько стало. Я самоучка. А Саша имеет образование звукорежиссера. Вот под это мы будем все дружно осенью грустить. Бля, такой охуенный луп, пиздец. И он так ублюдски звучит, ну типа не реверснутый, обычная пианинка блядская. Подкати к девушке под трек-дизайнер, может сработать. Я ассоциирую себя с трэпом двухлетней, а то и трехлетней давности. Рэп — это же музыка для долбоебов. Вот ее и слушает много долбоебов. Свожусь на 17.03. Планы на фиты с негритосами есть, да, даже есть уже несколько. Все будет. Такое мясцо, что пиздец. Не, у меня батя тоже Морепак слушает, он тоже не долбоёб. По-любому. Тут некоторые люди думают, что ты сейчас прям бит делаешь. Смотрите, я сейчас вам покажу, что Саня уникальный битмейкер. Саня, можешь сделать такой бит, типа... Как ты это сделал? Невероятно! Вот это навыки! Я живу в Санкт-Петербурге. I'm living in SPB. Yeah. Серьезный рыбачок. Капли с неба, капли на козырек и плечи. Что-то выше рэпа делать по культурному уровню. Нет, я ж быдло пермское, я не могу ничего больше сделать. Мне еще надо подольше в Санкт-Петербурге пожить.
Да, я недооценивал Питер вообще. Питер мясо. Москва мне не нравится, а Питер нравится. Я фитую взаимно. Сань, Шмель, ты фитуешь взаимно или за бабки? Чего, взаимно? Взаимно или за бабки? Он спросил, знаешь, как про любовь, типа, знаешь. Это взаимно или все дело в деньгах? Да, я все еще пахну блядством, я им прям воняю. Одного артиста, с которым будет фит Рукс. А что ты бросил на луп? Что ты бросил на луп? Набросал до хуя, да? Душа будет рваться, да? Ебись. У Сани просто есть плагин специальный, который вешаешь и начинает душа рваться, когда трек слушаешь. По швам такая. Первые две буквы. Саундгудизер, что ли? Бля, надо же на мастере его вешать. А ты на каждый инструмент вешаешь? Вешаешь его, короче, на каждую дорожку. Ага. По два, три. Блядь. Потом на мастер. А, вот. Если не хватает, еще вешаешь на мастер. Так это надо юатку покупать здоровую, чтобы много помещалось гудизеров. Да. А есть аналоговые гудизеры? Я думаю, что есть. Такая чисто хуйня тоже. Ну это же, блядь, по сути, лимитер. Да, ну там много чего там, сатуратор. Так он же, блядь, с одной крутилкой всего. Так, там внутри просто встроен. Ты не видел этот сосыч, блядь? Сосыч видел неделю назад. А чего, ты про какой сосыч? Роб-плагин такой. Не-а. А, где ебальник меняется у этого? Да, да, ты мне показывал. Вот, в принципе, тоже. Хуй пойми, что они там придумали внутри, как он работает, но вот... Ну, типа, реально, есть результат какой-то, можно использовать, да, эту хуйню? Прикольно. Да. Ну, по приколу, знаешь, типа, тот момент, когда опускаются руки... Мазок бога добавить, да, короче. Да, да, вот, типа, вот этот... Понял. Тот момент, когда у тебя опускаются руки, ага. Ты не знаешь, что тебе делать. Вот как я садился эту песню писать, да, так же, да. А этот... Короче, прикол есть в контактах библиотека, трэп, короче. И, ну, типа, там такой, типа, ромплер ебучий. И там есть крутилка модулятора, она называется свэг. И, типа, попал добавить больше модуляции, больше свэга навалить. Мы пиздец угорали с этой хуйни. Lil B Swag. Я занимался музыкой еще в Омске. Любимая порно-актриса. Фу-фу-фу. Их много. Пиздец, как можно отдать предпочтение одной? Вообще пиздец. Хуй его знает. Букер, Бубукера вон Райли Рид любимая, хуй знает. Ну это... Но она доска, пиздец, скучная. Дело не в этом. Это же просто слово прикольно. Мы с ним, мы в Москве с ним спорили, шли минут пять, короче. Он обосрал Бриджит Би, а я говорю, Райли Рид вообще доска. А он говорит, Бриджит Би вообще обычная, говорит. Я говорю, иди нахуй, ты ничего не понимаешь, ничего не понимаешь в девчонках, бля. Татарстан, это где я живу. О! Хороший гейт, мне нравится. Че, мне пора ливать с эфира, походу. Ладно, ребята, тут начинается сведение рэп-голоса, так что я, пожалуй, не буду палить это.
Давайте. Всем псковской порнухе хорошего настроения. Скоро увидимся.